Здравствуйте, в эфире информационное агентство «Камчатка» и главные новости вторника, 12 января. За время новогодних каникул волонтеры Камчатки выполнили около 300 заявок от граждан. Работали они и 31 декабря. Доставляли лекарства гражданам с подтвержденным диагнозом COVID-19, покупали лекарства, приносили продукты семьям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Как говорят волонтеры, работать в этот период было легче, чем обычно. Люди с большой благодарностью принимали помощь, а по дорогам было легче проехать. Жители Петропавловска собирали продукты для нуждающихся в тележке добра, которые были установлены в некоторых торговых точках города. К акции «Тележка добра» также подключились местные промышленники. Среди них рыболовецкий колхоз имени Ленина и компания «Шамса». Более 30 продуктовых комплектов волонтерскому штабу предоставили учащиеся Камчатского государственного технического университета. Молодые люди отказались от положенных им продовольственных пайков, передав их на благотворительные цели. Знакомое звучание дальневосточники выбрали, какое название новой авиакомпании им нравится. Предприятие создают по поручению президента России для перевозок по территории округа, чтобы не приходилось добираться в соседний регион через Москву или иной крупный город в другой части страны. В открытом голосовании за название новой дальневосточной авиакомпании приняло участие больше 11 тысяч человек. Жители Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей были самыми активными. Было предложено около 1200 вариантов, в том числе ДВ-Авиа, Стрела, Восток, Скай-ДВ и даже Тигролет. В пятерку самых популярных вошли Даль-Авиа, Дальний Восток, Тайга и Крылья Востока. Но больше всего голосов, свыше 5000, было отдано в пользу Авроры. Компания с таким названием уже несколько лет работает на воздушных маршрутах. Приняты новые меры поддержки для субъектов малого, среднего предпринимательства, а также самозанятых. Подписано постановление о снижении ставки по льготным кредитам. Теперь ее максимальный уровень не должен превышать ставки Центрального банка более чем на 2,75%. А значит, субъектам МСП и гражданам, выплачивающим налог на профессиональный доход, кредиты предоставляются под 7% годовых. Ранее льготная ставка составляла 8,5%. Для организаций, которые с опережением сроков ведут строительство социальных объектов по государственным и муниципальным заказам предусмотрен кредит со ставкой в 3%. Это направление особенно важно для Камчатки, где приступили к реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Конкурс видеороликов о жизни студентов стартовал на Камчатке в преддверии Татьяниного дня. Материалы должны быть посвящены традициям, связанным с сессиями или экзаменами, а также студенческим приметам. Принимать заявки будут до конца января на электронную почту Краевой библиотеки имени Крашенинникова. В письме нужно указать имя и контактные данные. Итоги подведут 8 февраля. День студентов России отмечают 25 января. Камчатцев приглашают на рождественский концерт. 15 января Камчатская хоровая капелла имени Евгения Морозова под управлением лауреата всероссийских конкурсов Василия Князева представит программу «Мелодия Рождества». Она пройдет на сцене концертного зала филармонии «Октябрьский». Композиции различных жанров прозвучат в исполнении солистов капеллы Ивана Рака и Сирана Берзаян. В концерте также примут участие камчатские музыканты, лауреаты международных конкурсов Максим Киселенко, гитара, Денис Ганжа, бас-гитара и Яков Лебедев, ударная.